Глава 9. Король зверей. Заги, с первой нашей встречи я видела только твою спину. Мне казалось, это мой выбор. Теперь я опять должна выбирать. Что ты хочешь сказать? Ну, я... Тогда я следующая. Пусть она будет первой, а я следующая. В следующий месяц любви мы сделаем ребенка. На этот раз точно. Тиза. Что тебе, Кэрин? Я хотела поговорить о Торе. Да, я хотел поблагодарить тебя, Карим. Тор настолько увлекся тобой, что не думает, принимая решение. Скажи, что ты хочешь от Тора? Ты даже согласился быть вторым, на тебя это не похоже. Ты же всегда мечтал править этой планетой, сделать ее личной игрушкой. А теперь собираешься уступить Тору главную позицию? У кого все нити в руках? Тор всего лишь моя карта. Но чертовски сильная. Джокер. Я хороший игрок. Сильнейшая карта не будет открыта до последнего момента. Ты продолжаешь думать о людях, как о вещах. Ты тоже очень важная карта. Карин. Нет, прекрати. Ты же меня бросил. Бросил? Что за ерунда? Ты вынудил меня уйти. Даже если вынудил, ты все равно вернулась. Ты жестокий. Я хочу убить тебя. Правда, хочу убить. Тиза, ты все время была со мной только ради ребенка. А если я не смогу тебе его дать, ты вернешься в солнечную зону? Никогда. Тиза, ты должна понять, я не смогу стать отцом твоего ребенка. Но... Но? Я тебя люблю. Но люблю, как любил бы сестру. Надеюсь, ты понимаешь. Тор... Не понимаю. Если любишь, почему не хочешь стать отцом моего ребенка? Ведь ребенок – высшее проявление любви. Карин, иди и ублажай Тора. И сообщай мне каждое его слово и движение. Зачем? Я же сказал, что Тор – сильная карта. Если вдруг он затеет свою игру, возникнут проблемы. То есть, ты не доверяешь даже Тору? Доверять? Глупости. Значит, ты и мне не доверяешь? Ответь мне. От кого бы ты хотела ребенка? От меня или от Тора? От кого? Заги и Тор. От кого? Вот и поговорили. Поторопись. Тор тебя ждет.
Нет. Все не так. Постой. Стой. Стой, Заги. Выслушай меня. Заги. Прошу, выслушай. Заги! Стой! Остановись! Заги! Заги! Заги, я... Единственный способ показать мне, как ты меня любишь. Ты сделал? Кто? Карим, скажи, кто? Карим! Карим! Скажи, кто это сделал, Карим? Скажи, кто? Карим! Остановись, Заги! Вот как. Заги. Заги, да? Карим, он? Карим! Нет! Тор, хватит! Карим, кто? Она умерла! Карим умерла! Почему, Заги? Тор! Тор! Заги! Мерзавец! Болван, что случилось? Заги, я убью тебя! Убьешь? Именно. Как ты убил Карим. Тор? Что происходит? Что за шум? Что случилось? В чем дело? Ну... Смотрите. Что они делают? Неужели дуэль? Тор... Успокойтесь. Первые обнажили мечи. Значит, это битва за звание короля зверей. Плохо. С чего это вдруг? Других первых больше нет. Значит, победитель станет королем зверей. Тор. Thank you.
Смотрите внимательно. Это последняя битва за высший титул. Знаешь, из-за чего эта борьба? Из-за Карим. Ее убили. Я знаю, Заги. Он обязательно использует еще один меч. Еще один? У него прикреплен еще один на руке. Так он победил Юки. Тор! Тор! Что? Похоже, у тебя получилось. Заги, зачем? Зачем ты убил Карим? Отвечай, Заги! Я не знал. Она мертва. Вот оно как. Я забыл, что ты еще совсем мальчишка. Заги. Убить женщину за то, что она ушла от меня? Неужели я опущусь до этого? Значит, не ты? Подойди. Я скажу, кто убил ее. Не подходи к нему! Это опасно! Тор! Скажи, кто это? Кто убил? Кто убил Карим? Будь очень осторожен. Заги! Король зверей, помни главное. Не доверяй ему. Заги, я не понимаю. Заги! Заги! Король зверей! Появился новый король зверей! Он освободит нас! Отличная схватка. Осталось прикончить его. Давай. Что? Третий. Ты... Кинжальная башня. Что это за свет? Прибыли за королем зверей. Ну же, пошли к кинжальной башне. И оттуда отправимся на Гекату. Нет,
Что? Я должен помочь Заги выжить. И я не могу бросить тело Карим. Тор, другого шанса не будет. Все ответы, которые ты ищешь, находятся там. Нет. Я не уверен. Заги сказал, что не делал этого. Значит, я только что совершил ошибку. И должен ее исправить. Чен, позаботься о Заги. Ты чего? Он же убил Юки. Забыл? Прошу. Ради Тора. Ну, хорошо. Если мы не поможем Тору, он не станет королем зверей. Позаботься о Заге и о теле Карим. Чем? Я вернусь. А пока... Хорошо. Третий, подожди минуту. Я хочу еще раз увидеть Карим. У тебя 5 минут. Глаза и этот холод. Только это. Скажи, Карим, кто убил тебя? Принимает тебя как 38-го короля зверей. Иди к лифту. Корабль на Гекату уже ждет. Ну, пошли. Да, Тиза. Должно быть, Клейн. Добро пожаловать, король зверей.